Нефтекамским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 в отношении сотрудника уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Нефтекамский, который совершил фальсификацию доказательств по уголовному делу, а именно сфальсифицировал само уголовное дело путем, значит, уговора ранее арестованного, содержащего под стражей гражданина, написание явки с повинной о краже сотового телефона, которую тот не совершал. Ранее от имени также своего ранее знакомого, последний оперуполномоченный написал заявление о краже сотового телефона, действительности которого не было, и зарегистрировал данные сообщения в книге учета регистрации сообщений о преступлении. Вот в суде потерпевший дал показания о том, что факта кражи у него не было, о том, что сотовый телефон данной марки у него никогда, данного телефона не имелось, и что дело сфабриковано. Подозреваемый дал признательные показания, ведется следствие, ну и решается вопрос о привлечении его в качестве обвиняемого.